Взять ее! Кармен, что ты здесь делаешь? Сколько лет? Меня зовут Кармен. Я заведующая и новая учительница физкультуры. Но мы в жизни не занимались спортом. Но ты ведь умеешь бегать. Бегать просто так, без причины? Это не так уж и сложно. Эта женщина хочет нас убить. Я так по тебе скучала. Столько всего случилось. Роберта, ты не виновата в том, что натворила твоя мать. Мне страшно, что я не стану прежней. Расскажи мне все. Роберта, моя сестра. Страх. Чего мы боимся? Неизвестного, непохожего, нового, неожиданного. Всегда есть шанс победить страх. Нужно лишь сделать шаг вперед. Что ты хочешь знать? Все. Вас обокрали, сеньора? Все негры воры. С каких пор на улице? С детства. Родители? Сирота. Если хотите помочь, дайте денег. Я дам тебе кое-что получше. Нельзя ее в гимназию. Ученицы не примут, родители тем более. Откуда она? Из какой школы? Где будет спать? Она, может, и привыкла к тесноте, но мне нужно пространство. Инвесторы в ярости. Требуют исключить негритянку. Инесс! Ее зовут Инесс. Одним халява, на других управа. Это из-за тебя. Подожгла фитиль и надеялась, не рванет? Эй, они уже здесь! Меня зовут Хорхе Мерло. Я кинорежиссер. А я Бенито Падилья, актер. Бенито, я ваша фанатка. Можно автограф? Когда вы говорите «кино – дело мужское», вы не только ошибаетесь, но и отказываете себе в возможности выразить вашу собственную точку зрения. Сцена 12, кадр 3, дубль 2. А чего это они так на нас уставились? Чего доброго окосеют? Роберта с Томасом? Может ли наука объяснить, что значит влюбиться? Отчасти да, но отчасти это загадка. Почему всегда главный герой спасает принцессу? Почему не наоборот? Если вам не нравятся традиционные истории, расскажите свою. Знаю, ты меня любишь. Я люблю тебя, Рамон. Но иногда этого недостаточно. Мне рассказали, какая ты. Что ты сделал? Защищаешь эту шлюху? Что сделал? Что это тут? Я хотела бы участвовать в этом, а не узнавать последней. Я пытался поймать тебя, но ты то задерживаешься, то устала, то нет времени. Времена меняются. Добро пожаловать в 20 век. Другой взгляд.